Дополненная реальность – это технология, которая изменяет привычное пространство, сканируя окружение и добавляя в него несуществующие объекты. Pokemon Go – яркий представитель игры с AR-технологиями. В этой игре покемоны появлялись прямо у вас перед носом в реальном мире на экране смартфона. Но помимо успешной Pokemon Go для Android и iOS есть еще целый ряд AR-игр, о которых вы узнаете сегодня. Так, с рейтингом 4.7 лидирует игра SpecTrek для Android от студии Games for All. Это охота за привидениями в реальном времени при помощи смартфона. Лучше всего играть в нее одному в темном помещении и желательно ночью. Тогда острые ощущения гарантированы. Также SpecTrek предлагает пользователю не только гоняться за призраками, но и получать за это награды, устанавливать рекорды и повышать онлайн-рейтинг. Приложение пока доступно только для Android и стоит 80 рублей. Балл чуть ниже 4.6 получила игра от разработчиков Mamba Studios Paintball Arena. Приложение превращает обычное пространство в виртуальное поле боя, в котором нужно стрелять в соперников при помощи пейнтбольного оружия. За удачную миссию начисляют виртуальные деньги, и их можно тратить на апгрейд. Когда вас ранят, смартфон вибрирует, его нужно встряхнуть, и можно продолжать дальше. Paintball Arena доступна для Android и iOS бесплатно. 4.1 получила игра Air Invaders от Quill Pen Studio. Это приложение, в котором вы боретесь с вторжением инопланетян. Избитый сюжет, зато 9 разных сценариев развития боя. Можно играть сидя, истребляя корабли перед собой, либо гоняться за ними по всей квартире. Чтобы было еще веселее, есть многопользовательский режим. Air Invaders стоит 149 рублей и вышел для Android и iOS. Такой же балл 4.1 получил и спортивный симулятор Air Basketball от Augmented Pixels. Для того, чтобы побросать мяч в корзину, придется распечатать специальный маркер-код. После того, как лист бумаги кладется на стол, на нем при наведении камеры появляется баскетбольное кольцо. Далее можно бросать в него мяч, пока не устанет палец. Игра доступна для обладателей принтеров, а также Android и iOS бесплатно. Рейтинг чуть ниже 4 балла получил шутер от первого лица Real Strike от UE Universal Elite Ltd. В данной игре дополненная реальность превращает ваше окружение в военный полигон. Графика впечатляет, а также огромный выбор оружия, ночной режим и прицел. Стоит игра 0 рублей и доступна для Android и iOS. Такой же балл 4 получило и приложение Toyota 86AR от разработчиков Fuerte International. Для его работы нужно зайти на сайт и скачать для печати маркер Made to Thrill. После того, как на маркер будет направлена камера смартфона, начнутся гонки. Игра, конечно, рекламная, но в качестве гоночного симулятора вполне сойдет, тем более она бесплатна для Android и iOS. Рейтинг 3.8 получила приключенческая игра Temple Treasure Hunt от студии SOT Shastra Solutions. Приложение преобразует привычное пространство в сказочную локацию, где нужно искать клад, спрятанный в храме Шива. Так пользователи ожидают загадки и головоломки, которые при правильном решении приблизят к сокровищу. Пока игра доступна только для Android бесплатно. Такой же балл 3.8 заработала зомби-игра Zombies Everywhere от разработчиков Useless Creations. AR-технология телепортирует зомби прямо к вам домой, и нужно срочно истребить всю нечисть. Чем дольше держится игрок, тем больше уродцев приходит в гости. Пока Zombies Everywhere доступна только для iOS за 84 рубля. Балл 3.8 получила и игра AR Defender от студии Valkupix. В приложении надо создавать башни, причем ее можно рисовать прямо на бумаге, а игра сама распознает ваши каляки. Затем башни надо защищать от атак соперников. Играть в AR Defender можно вместе с друзьями, одалживать на покупку приложения не придется. Игра доступна для iOS бесплатно. И последняя игра в списке – это Homeda VR Cow Abduction с рейтингом 3.7. Разработчику игры, как вы уже догадались, немало известный производитель виртуальных очков Homeda. Для того, чтобы игра заработала, камеру смартфона надо навести на коробку от гарнитуры, но можно просто найти ее изображение в сети и распечатать на принтере. В игре придется защищать коров, которых похищают инопланетяне. Забавное приложение доступно бесплатно для Android и iOS. Это были 10 лучших AR-игр по рейтингам в App Store и Google Play.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам понравилось видео. А также пишите в комментариях, о каких играх вы хотели бы узнать подробнее.